Привет, друзья! Пошел покидать поисковой магнит. Извините, конечно, что батарейка села в прошлый раз. Не, до конца не успел я вам все сказать, попрощаться. Перешли мы на другой ручей. Вон там Леха кидает. Я пока батарейку зарядил. Не знаю, насколько хватит заранее. Сразу говорю, что не знаю, насколько. Купил только камеру. Что там Леха накидал уже, пока я заряжал? 15 минут, где-то 20 сходил. О, нифига. Ух ты, Леха, красавец. Ой, бобинка какая-то, ножик. Молодец. Фига ты тут разошелся без меня. Котелок с золотом какой-то. Ищи золото. Мы же с тобой клады золота ищем. А вон тебе золото. Аж расслоились. О, нифига. Вот, друзья, смотрите, какие монетки Леха понарыл. Я батарейку заряжал. Что у нас? 10 копеек. Ходячка. 2000 какой-то, шестой, что ли. Эдак, Леха, ты смотри, залипуха. Это где-то в горшке была. Две монеты слиплись. Да не две монеты, это орел и решка просто. Такие современные. Точно, точно, я понял. Там вторая такая. Понял, внутри металл какой-то. О, один рубль. Сохран говно. Сами понимаете. Баранку от какого-то супермобиля. Ножик, бобина. Вот какая-то бобинка. О, замок старинный. Фига. Кто его знает? А где еще там замок есть? А вон там. Где-то там, да? Нифига тут подшипники какие. О, ребята, на красную рыбу точно сегодня наловили. Блесенка, смотрю, какая-то, да? Щуку ловили. А вон замок, ну. А, Леха, рыбач. Ой, я уже сейчас на рыбачке сырую. Сейчас пойдем баню топить тогда. Нормально, находки есть. Ну, еще что-то тянет. Пойдем переоденемся, я тебе трусы дам какие-нибудь. Сына. Трусы же обычно сырые. Кидать уже нельзя, а так-то еще можно, пока трусы нет сырые. Трусы сырые. Ложись, стой. Ну, батарейка села. Сейчас первое видео скину вам, друзья. Потом я еще пока не умею там скреплять одно видео с другим. Такой вот ручеек в море в белое впадает. Не знаю, насколько батарейки хватит. Заранее говорю вам всем привет. Смотрите видео, подписывайтесь на канал. Будем лазить, как не знаю где, везде искать. А так, Леха, сколько ты? Полчаса кидал, наверное, да? Сейчас за полчаса этих наловил столько рыбы. Можно, если за целый день так кидать, да? Да, наверное, сюда потом машину подгоним, да? Ну что, ты потащишь пачку? Конечно, не потащим. Буханку подгоним. Загрузим. Операция, друзья, металлолом. Пока копать еще все равно рано. Не везде земля оттаяла. Будем искать золото.
Да, монетки порадовали. О, вот это сейчас. Ондатра сейчас там схватит. Большая часть откуда спустя? Оттуда, да? Нормально. Так и оттуда и надо было кидать тогда. А монеты в каком месте? Посередине здесь где-то, да? Ну, это по льду бегали, наверное, детвора, да. О, еще что-то. Потихоньку. А? Засоряется пока, но надо до конца вроде. Вот и уж на забор прям чуть. Тянет, смотрите, природа. Вот море впадает, ручеек. Короче, друзья, с таким магнитом, мне кажется, голодный не останешься. Сейчас у нас тем более сколько там принимают на четвертом километре. 7 рублей толстая, 6 рублей или 5,5 тонкая. Так что будем ловить рыбу. Еще вода холодная, да, Леха? Еще холодно стоять кидать-то. У Лехи даже он на кончике сопля какая-то висит. Замерз? Давай я покидаю. Хочешь пачкой? А? Не слышу. Хочешь пачкайся, на. Так сейчас подожди, видео надо хоть поснимать немножко. Покидаю немножко, потом я уже отключу камеру. Так. Я покидаю. Порадуй друзей еще интересными находками. Давай, на монеты кинул, Леха говорит. Вон еще перчатки на какие-то лежат. С осенью. А что, сразу за один раз монеты были или потихоньку? О, килограммчик. 7 рублей. Друзья, немножко, минут 15 позаряжал камеру, вроде пока держит. Не знаю. Там почтальон бегает. Письма разносят. Она почта у нас в поселке такая. Ловись, рыбка большая, великая, маленькая, срывайся, большая, попадайся. Как ты корюшку-то ловил? Вспоминай. О! Что за какашка какая-то? Интересно, да? Магнитом интересно ловить. Сейчас Леха ил сбаламутил, так сейчас находки пойдут. О, с пулеметного барабана нах. Диск какой-то. Что такое, хер поймешь.
Ерунда какая-то. Алёха. Туда бы, конечно, кинуть, вот где мостик этот, да? Там хоть это, люди, может, наклонялись с ведрами, и ведра топили, да, и что-нибудь еще там, прорубь была. То есть, по-любому, там, может, что-то больше находок, да, вот туда, вот видишь, где этот самый последний, вон, прям на лед туда кинь. Сможешь до льда докинуть? Давай я закину. Папа хороший. Давай я пробую. Во, будешь кидать. Во, видал? Ты говоришь, ну. Ты что так потянул-то быстро? А вон она пошла. Ну, там доски лежат, сверху видно, вот такие доски плоские лежат. Угу. Интересно. Напильник? А там, подожди, что-то такое. О, что-то такое, может, монетка какая-то даже быть, не? Ой. Какие-то штучки. Кочки какие-то от мопеда. А что ты кучу кидай все, не раскидывай. Дети потом будут бегать босиком. К воде-то любят дети бегать. О, вот там точно сейчас что-то найдешь. Сто пудов. Кажется, ты еще слишком быстро тянешь, не? Чувствуешь там, да, его? О, вот эта доска, вот она там мешается. Сейчас она уплывет хоть. Прям в кучу кидай. Не кидайте туда это, пускай. Все в мешке, пускай потом. Все равно за ржавчину вычитают, тут пускай за нее и вычитают как раз. Ну оно да, ил поднимается, а потом уже начинает вроде как. О, какая. Это сколько, Леха, примерно килограмм? Ну-ка, попробуй поднять ее. Сколько она весит? Килограмма два, наверное, больше. 2 килограмма, 14 рублей. 10 раз скинуть, 140 рублей. Монетки-то да, порадовали. Хоть такие, но все равно. О, они все расслаиваются даже. Так завод их делает, видите? Внутри какая-то. 2 на 2. Опа. Можно я один раз заброшу, Леха? Чтоб сразу, не знаю, килограмм 100. На 700 рублей. Давай заброс на 700 рублей будет называться в кино. Там лежат на дне, и толку-то по ним скользит. Я сейчас и камеру туда нахер выкину вместе с магнитом. Туда его. Вот, тащи, Леха. Не могу же одной рукой тащить. Вот решили покидать магнит. Что дома делать нефиг. Покопать не пойдешь. Ну. Дрова никто не звонит. Кто не хочет у нас покупать. Ну. Заработаем себе на хлеб так, металлоломом, да?
О, че? Оно... Алюминиевая, но смотри, там железячки кусок и то прилипло. Давай. По камням его долбим. Вроде мелко, да? Вот там раму нашли, да, где-то? Вот там вот. От мотоцикла, помнишь? А тут от велика сколько? А туда вот походить по низу, да? Лед сойдет, там еще можно металлолом вот так вот вдоль, если идти, да, вот так вот. Потихонечку кидать прям. Найти окошко, как на удочку, как будто рыбачишь. Так, ну чё? Надо закругляться. Такое слово не хочется и говорить даже, да? Чей-нибудь ролик смотришь. Ну ладненько, ребята, надо закругляться сразу. А, ё-моё, кидайте вы ещё магнит. Боюсь, батарейка сядет. Лёха уже замёрз весь. Текёт с него. Что-то ты вот в прошлый раз в болотниках приходил. О, нифига, подожди, я что-то. Я же не думал, что машина. Фигнёй заниматься. Мы же раз в болотниках тоже что-то уходили. Ну, понятно. Да, мои хоть одеть. В бане висят. Сейчас что-нибудь найдём тебе переодеться дома.